вы когда болеете, вы лечитесь сами или в больницу? Сам. А почему? Врачам не верю. А можно еще пару вопросов? Вы считаете, что медицина должна быть бесплатной или страховой, чтобы оказывалась за деньги, и это повысит качество услуг? Вы понимаете, дело в том, что эта тема не нам решаемая. Ее решат без нас. Как бы мы ни хотели, платное, бесплатное, бесплатное, мы платили всегда и платим за все. Как оцениваете уровень медицинских услуг в Южном? Не знаю, мы не обращаемся. Не обращаемся? Ага. А как считаете, медицина должна быть бесплатной или все-таки, если она будет платной, то качество услуг будет выше? Конечно, лучше. Бесплатно. Качество услуг будет. Как раньше было? А сейчас у нас вообще какая медицина? Бесплатная или все-таки приходится платить? Как вам сказать? Мы пока, слава богу, не обращались так, чтобы действительно надо было платить. Как не обращались? Ну, Индосан это, кстати, страховая медицина. Ну да. Ну, если надо было, мы обращались в Индосан. А если вот на уровне государства ввести страховую медицину и обязать всех платить страховку, страховать свои жизни, как вы считаете, это повысит уровень? Я так думаю, что, наверное, да. Но это же уже не бесплатно, получается. Ну, это как-то будет уже, наверное, более... Ну, вы как работники завода готовы, да, платить все? Платить. Платить. Сару страховку? Ну, лучше платить, да. Пенсионеры. Как считаете, вообще должна быть медицина бесплатной или все-таки будет выше уровень, если она будет страховой, платной, и каждый человек будет оплачивать ее? Это такая альтернатива. Угу. Так же, как дороги, платная, бесплатная. Да. Можно бесплатно. То есть качество услуг все-таки повышается, если человек оплачивает, допустим, большую сумму? Или... Видимо, сервис, но не значит, что качество. А готовы вообще люди платить у нас за медицину, за... Мы так платим, просто все это завуалировано. Ну вот вы не обращаетесь в медицинские учреждения, а вы бы платили страховые взносы? Да. Если бы она работала нормально, не так, как у нас автомобильное страхование. Минимум ответственности, максимум притока капитала. Проблемы в нашей медицинской отрасли, какие вы видите? Финансирование. Одна большая проблема. Все остальное, в принципе, на уровне. Есть небольшие проблемы также в подготовке будущих специалистов, но опять-таки только из-за финансирования. Не хватает всего, буквально всего. И плюс зарплаты безработных. Я как человек работающий могу сказать, что все, скажем так, обвинения в коррупции и все остальном, конкретно в нашем городе такого нет, потому что у нас все-таки город маленький, все друг друга знают, и поэтому никаких вопиющих нарушений, скажем так, законодательства нет в этом плане, но действительно людям банально не за что жить. Поэтому, естественно, принимается благодарность и все остальное. Хотя зачастую очень стыдно, потому что человек, поступая в больницу, скажем так, покупает не просто медикаменты для себя, но зачастую вещи первой необходимости. И винить, опять-таки, в этом даже местные власти, ну, это глупо, потому что бюджет перераспределяется в Киеве. А вы работаете здесь, в Южном? Да. В больнице или в Киеве? В больнице, работаю в Киеве, сейчас в больнице. А то, что вот в институте, в университетах готовят медиков, ориентируясь прежде всего на заработок для института. Это так, что практически все, кто поступают, сейчас все же и выпускаются. То есть нет отбора, отсева. Я понял, о чем вы говорите. В принципе, да, я тоже с вами согласен. Я считаю, что действительно квота даже бюджетных мест очень большая, и поступают люди действительно с разными проходными баллами. Зачастую это ребята, особенно если у них нет среднего медицинского образования, там, училища, техникума, всего остального. После 11 класса, в силу каких-то причин, желания родителей, в силу, там, ну, поступил или еще чего-нибудь, поступают действительно не готовы. Ну, они не готовы к тому, что их ждет. Они, в принципе, понятия не имеют вообще, что, в чем заключается суть специальности. И, в принципе,
Да, я согласен с тем, что отбор должен быть жестче, и начинаться он должен буквально со школы, то есть чтобы какая-то профспециализация должна быть уже в 10-11 классе, на более, скажем так, углубленном уровне. Если человек изъявляет какие-то желания, я хочу быть медиком, он должен объяснить, что такое быть медиком, что там нужно учить и вообще, как с этим быть и как работать. И плюс, лично мое мнение, это все должно быть вообще медицинское образование, да и любое другое, должно быть более централизованным. То есть человек из Южного должен учиться в Одессе, а человек из Николаева должен учиться там, ну, в Николаеве, там, правда, нет медуниверситета, потому что очень много людей приезжают из других далеких областей, в которых тоже есть свои вузы, но по каким-то причинам они там не поступают там, в силу проходного балла и еще чего-то. То есть я считаю, что должен быть приоритет по месту жительства. И все-таки люди, которые родились и выросли в Южном и закончили Одесский медицинский университет, а получать распределение, если это бюджетная форма обучения, куда-нибудь в Винницу или в Харьков, или еще, ну, это бессмысленно. Тем более, что, опять-таки, за финансирование предоставить адекватное место проживания на месте распределения, к сожалению, наше государство пока не стоит. А как вы считаете, страховая медицина, если введут такое понятие, она улучшит это положение финансовое? Я считаю, нет, не улучшит. Буквально, то есть я сейчас этим занимаюсь, метод экономики медицины, у меня сейчас работа по этому поводу лежит, в рюкзаке не улучшит, потому что на все нужны деньги. По сути, государственная бюджетная медицина – это тоже страховая, только страховка идет за счет государства. Мы точно так же отчисляем деньги за счет налогов в казну и в социальные фонды, то есть соцстрах так называемый, откуда потом деньги перераспределяются на медицину, образование и все остальное. Сейчас у нас это сделать просто не смогут, потому что люди по финансовым причинам не потянут частное страхование. Если государственное страхование, опять-таки на это нужно где-то брать деньги. И тот как бы факт в страховании, что богатый платит за бедного, ведь зарплаты у нас разные и кардинально отличаются, минимальные от максимальных. Но это тоже нелогично, потому что почему кто-то должен отчислять проценты одинаковые, но у кого-то зарплата больше, у кого-то зарплата меньше. Плюс это очень тяжело сделать юридически и приучить, скажем, к этому людей. Вообще страховая медицина несет в себе целый ряд очень больших сложностей, в том числе контроль за, собственно, выполнением и оказанием медицинских услуг. Контролировать нужно все, потому что все завязано на деньгах. Особенно если это частные конторы, банки, страховые агентства, они, естественно, не хотят деньги. Поэтому врач должен будет обязан обосновать каждое свое действие. А если это ургентная ситуация, как быть? Когда ты назначил КТ, а тебе потом говорят, а в страховку этого человека там компьютерная томография не входила, и платить со своего кармана. А если этого не сделать, не оказание помощи, это тюрьма. Поэтому это слишком сложно. Я считаю, что оптимальным вариантом было бы оставить все-таки на гособеспечении, на бюджете. Но, к сожалению, не хватает денег. Ну и на страховку тоже не хватит, чтобы провести законопроект и адекватно его воплотить.